объекта. Они захватывают, что ли? Процесс захвата прерывается. Я не вижу. Кто-то был внутри там. Один враг еще жив. С щитом, да, надо аккуратно. Не, щитом убили, там через окна зашел. Все не так плохо, на самом деле. Мы, если сейчас 2-0 поведем, то, скорее всего, да, выиграем. Тут же почти невозможно играть за одну из сторон, я не помню за какую. За защиту тяжелее по-прежнему. Ну, просто сейчас щитов гораздо меньше, потому что они очень сильно ослабели. Так, женщина осталась, она на машинку за... Ни хрена себе лаги. Она на машинку только что. Вот здесь она должна быть. Да-да-да, убей эту сучку, она меня убила. Убей вот ее с револьвера, Кекс, пожалуйста. Ради меня, спасибо. Она на улице там, да? Сзади тебя. Куда? Пробила дверь и там сидит. Твич. Блин, а нафига ты этот револьвер достал? А дело не в револьвере, я не понял, откуда она. Тут я вот по звукам слабо ориентируюсь. У нас один остался, да? Да. А что, она с двоих, что ли, пристрелила? Ну, она всех убила в этом раунде. И вообще... Ну и лаги. Хорошо. Это же наш, правильно? Да. Прекрасно. Да, все. Прекрасно. Я, ребят, не вижу смысла начинать сейчас серьезно стримить, потому что у меня вообще сайт не работает. Наверняка у людей такие же проблемы есть. Ну, значит, до ночи играем в спецназ. Да, да. Тут как бы даже трудно спорить с этим. Кого сейчас лучше брать? Вот у меня никто не куплен за атаку. Посоветуй класс. Ну, Фьюза бери, мне кажется. Так он уж взят. Тяжелая броня, нормально ты за него играл. Только он сейчас взят. Появился мод, матч с этим заложником, будь здоров. И вот с ним нельзя эту матрешку ставить в комнату с заложником, она его всегда убивает. Да. Нужно найти химконтейнер. И что, его вводить как в КС-очки надо? Или да, он, это просто подбежать? Надо либо всех убить, то же самое, что в КС. Я что-то плохо себе представляю, как здесь можно вывести заложника, чтобы его никто не кокнул. Причем скорее в КС всего... ты можешь ходить так, а тут с пистолетом ты должен ходить. Скорее всего, эти раунды превращаются в то, кто убьет заложника случайно. Или что-нибудь в этом роде. Или действительно кто-то умудряется его вывести. Ну, бывает. Так, в качалочке один. Не-не, ребят, я думал, что... На том же месте, где и мы. Я понял, я понял. Просто чат надо мной смеется. Я думал, что я могу выбрать класс, но... Когда ты никакого не купил, но тут можно выбрать только... Данных по контейнеру нет. Ну, в общем, не важно, короче, кстати. Так, я наверх полез. Мы, конечно, их всех нашли, они на втором этаже, но я не понял, какого конкретно здания они... Может быть и там, на заводе. А напомни, как отмечать, если я врага увижу. Z. Без прицела, просто Z жмешь. По-моему, вот здесь где-то они. В я баре никого пробить. Нет. Да я не понимаю, если честно, куда нам? Вот эту сейчас сломаю дверь. Может, справа, где мистейк? Вот я не знаю. Я эту карту плохо знаю еще. Так а вы машинки запускаете? А, да, вот усилено, лол. Вот здесь усилено, да. Они... Я сверху туда ломаю. Ага. Сейчас, Илья, аккуратно, я машинку туда кину, проверю. Там сразу же, отметил. Он еще там? Бред какой-то, да, стоял там. Я в него два раза выстрелил. Кроме по моему звуку. Блин, тут все просвечивает насквозь, вообще непонятно ничего. Как будто с бесконечным волхаком каким-то. Один остался. Ис. Отлично, они даже дефить не пошли.
Тут очень быстро вот этот химконтейнер, он очень быстро захватывается. А зачем этот безумный повтор нужен? Не знаю. Я ничего не понимаю. Мне Overwatch больше нравится система повторов. Там ты прям чувствуешь себя довольным. Но там показывают лучший момент матча, а тут показывают раунда. То есть... Не, ну понятно, что батька затащил по киллам. Тут как бы никаких сомнений не было, что я вернусь эпично. Да. Нам осталось, мне кажется, одна победа. Судя по тому, сколько XP дали. Главное точно победить. Ребят, спасибо всем, кто активирует премиум. Нам досталось 200 премиумов до возвращения Смайла Дресня, поэтому можете поднажать. Напоминаю, что с января премиум будет стоить 159 рублей на мой канал. И ходят слухи, что подорожает премиум на все каналы до 1000 рублей, то есть сразу в 6 раз. Я слышал, что 1300 будет вроде на стриме. Да, может быть даже 1800. Так что, ребят, подписывайтесь за 79, пока есть такая возможность. Давайте вернем Дресню. Я уже придумал концепцию этого смайла, поэтому. Так, да. Я арморчик беру на. Угу. О, там гудок будет. Да, он, кстати, зашел онлайн. Кто у нас? Добавил. 46, да, нет. Ребят, я это съел, короче, Биг Мак с йогуртом, поэтому я могу в любой момент отойти ненадолго. Тут можно будет потом опять залететь в пати? Извини, я слышал тебя. Там нет, по-моему, нельзя зацконнектиться. Если же раз вылетел, то все. Угу. Но я думаю, может, это фиксанули, и пати можно пересобирать. Ну там гудок сейчас будет, мы как раз выйдем и соберем. А, броня, братцы, пацаны, броня. Давай. Тут, короче, мы опять на первом этаже, они аккуратно прям в окна сразу могут стрелять вот вон с той стороны. Машинки. Надо здесь заделать и капкан. Блин, Иван, стой. Чего? Она капкан не сломается? Нет. Ну я выйду. Слушай, хочу. Эту карту переделали. Раньше эти кабинеты... Это вообще другая карта. Не было этой карты. Да. Тут много новых карт, всего их 11 вроде. А мы играли на 5 всего. Так что... Странно, что они из первой беты вернули эту дурацкую карту с самолетами. Ты троллишь, что ли? Не было же там. В самой первой бете мы играли во вторую бету. Я алтфак еще по первой беты. Мне Зуев подгонял ключ, ее стримить нельзя было. Ну как нельзя, Лирик стримил, но я не мог, например. Они, короче, вот... Ага, вот здесь вот. Цель обнаружена. Подвал. Подвали они? Не знаю, но это кто-то сказал, но я на главном входе пасу. Забежали, блин, в главный вход зашел. Ой, долбанный 160, как... Есть. Чувак с пингом 40 играет, ребят, будьте аккуратны. Иван, где у тебя капкан стоял? Вот я там. Вижу. Ага. Илья, аккуратно, вот через эту дверь, ага. Там двое было. Красиво, красиво. И справа еще где-то ползают. В окне. Да-да-да. Живи, Илья. Ранку держи! Есть. Вы убили его в окне, да? Да-да-да, который тебя убил. На втором этаже, по-моему, бегает, да? Можно покупать ключей на премиум. А, по лестнице винтовой. Кто будет юзать этот эксплойт, я вас всех перебаню лично. На покупать ключи. Вы еще начните на платить.ру продавать ключи на канал мой. Совсем уже оборзели, блин. Вон он. Бизнесмены мамкины. Да ладно, я еще делал, что хотите. Если бы я был жадный, я бы уже давно повысил цену. Проверь. Хорошо. Победа, парни, победа. Давайте, ребят, запотеем. Нам надо буквально одну выиграть, все, уж пойдем нормальные игры играть. Ранки там, все. Получать очки, брать легенду. На близкон инвайты получать. Ты сильно в команду хочешь, да?
Да я хочу на BlizzCon. На BlizzCon с этой игрой? Она же от Ubisoft. Ну да, UbiCon это какой-нибудь. Даже если есть такой. Я прям представил от UbiCon, где люди в крю гоняются, там в Assassin's Creed на скорость проходит. Блин, Ubisoft на самом деле самая помойная контора. И коннектится там. Far Cry катает. Да-да-да. Через хамачи коннектится. Far Cry вместе штурмуют вышки, кто типа за час больше вышек захватит. Я нашел их. Где он, внизу? Ну вот отметил, вот там вот еще есть люди. Как вообще отсюда спустились, я не понимаю. Где спуск с этой крыши? Ты на крыше, там прыгни на вентиляцию и с нее спрыгни вниз. Боже мой. О, тут что-то заделано наверху. До начала 10 секунд. Короче, ребят, вы сами все найдете, я верю в вас. Осталось 5 секунд. Врага вижу. Первый этаж. Местонахождение заложника неизвестно. Кекс, посмотри на меня. Какое у меня оружие? У тебя? Да. МК-12. Это не калаш, да? Знаю. На калаш не похоже? Не похоже. Блин, мы не нашли объект, да? Куда идти-то? Не знаю. Тут ладно, я тогда с крыши. Вот если не знаешь, надо всегда с крыши идти. Как же я долго перелажу? Что-нибудь можно взорвать? Нет, тут, а, тут вот дыра есть, да, в полу. У Ubisoft'а что-то год? Никогда не было у Ubisoft'а ни одной годной игры, вы о чем вообще? Так, вот лестница, слышу. Угу. Могу машинку кинуть туда. Давай. Никого нет, я пошел. Так. На втором этаже никого, сейчас первый чекну. Около лестницы. Я пошел. Никого, да. Спасибо, Эндрю. О, кстати, ты мне напомнил запись включить, я забыл. Ну ладно, ничего страшного. Спасибо огромное за 1000 рублей, братан. Направо. Просто огромное спасибо. Не спешите. Я вообще никуда не спрыгиваю. Тут никого, но там помехи за дверью. Я, короче, выключаю машинку, иду к вам. Иди ко мне. Спрыгивай. Илья, давай с нами, у нас тут прям спецназ-группа, все это как надо. Там, короче, заделана дверь, сейчас ее взорву. И меня убили, где? Кекс. Наверху. Вот я спускался там же, где и ты, но меня убили. Поднять меня. Сверху. Не, убил его. Где? Убил его. Ты убил? Да. Что ты тут пропустил? Зачем я с вами полез? Погнали сюда. Пойдем. Сейчас, короче, мне надо снизу убить эту джеммер, и я машинкой проеду. Я здесь взрываю. Давай. Зато я, ребят, левитировал после смерти, а это значит, что у меня есть что-то божественное. То есть, как бы мой труп завис в воздухе. Где вы их там убиваете? О, он там в углу. В левом, да? Да, в левом углу. Давай машинкой доеду до него. Короче, там он где-то. Сейчас, дам инфу. Давай. Да, прям в углу стоит. Прям сбегайте, обнаружим. Слева прям. В смысле, он же последний был. Видимо, да. Кого-то резнули, возможно. Справа сразу стоит. Справа прям. Ребят, пока по мне стреляет, бомбите. Автомат, у нас один остался. Пипец. Это мой фейл. Я вообще думал, один остался, типа, в углу. Я забегаю в него, а меня в спину настрелял, чувак. Саб-Зиро, он прям хорошо вас развалил. Одного, второго, ну, красивого. У него пинг, посмотри, наш пинг. Тут. Зачем вообще играть в игру, где пинг что-то решает? Пойдем в World of Tanks играть, нам еще и денег заплатят за это. Давай, я в World of Tanks с радостью, он у отца недавно поиграл. На Е100 покатался. Не, на самом деле, у него нет Е100, он все жалуется, что... Надо много играть, чтобы Е100 был. Я и не знал, что у тебя отец есть. Мать природа непредсказуема. Ну да. Мы за атаку проиграли, за защиту взяли, это странно. Да это я оттяну на дно, я просто не могу привыкнуть.
Мне еще надо апгрейднуть пушки, у вас, блин, всякие обвесы какие-то.